И всем привет, друзья, с вами тот самый опаснейший Феликс, и прямо сейчас я нахожусь в том самом безумном мире. В данный момент сейчас на улице полнейшая ночь и сумрак, и на сервере сейчас находится мой братишка, и знаете что? Как вы помните, после того момента, когда мы обнаружили его домик, вы мне все написали, а может быть ты его в ответку затроллишь? И мне пришла в голову одна офигенная идея, помните? Господи, обосрись! What the fuck, это же че... Это безглазый Джек! В общем, вы, наверное, помните, как-то раз я связывал тумку и затаскивал к разным SCP. Еще некоторые, ну, думали, то, что какие-то извращенские моменты. Ну, а нет, это связывание, обычное связывание, так сказать. И мы затаскиваем человека к SCP-объектам, и он уже усирается. В общем, сейчас я взял определенный нужный мне для этого предмета, для этого троллинга. И, собственно, сейчас он не находится со мной в Дискорде. По-моему, он сейчас записывает серию и находится как раз-таки сейчас дома. Этот момент нужно поймать. И сейчас я вам вкратце расскажу, что у нас сейчас в руках. Это у нас веревка, которой мы можем связывать человека, когда он стоит на месте. Но он может брыкаться, убегать, и это может сорваться. Это та же самая тема, но тут, ну, она просто по-другому выглядит. А вот это уже ловушка. Если он наткнется на эту штуку, то, понимаете, он сразу автоматом свяжется. И я думаю использовать эту штуку в нескольких местах. Ну и, разумеется, нож, который будет сразу же освобождать. Ну и, как вы помните, в предыдущей серии мы призвали новых SCP, а именно Бигфутов. SCP-кеттер 1000. Если что, зацените. Если вы не смотрели, обязательно. Бэнгэрэнг, как говорится. What the fuck, что происходит здесь? И, в общем, сейчас я собираюсь его затащить к новым SCP, которых он не видел как раз-таки. А это очень опасные объекты, кто не знает. Ну и, разумеется, друзья, если вы хотите больше таких видосов, то давайте 15 тысяч лайков. И завтра я выпускаю новый ролик, так что без проблем тут. Окей, в общем, сейчас у нас наступил день, но он быстро пройдет, и я думаю, к ночи мы туда отправимся. И перед тем, как мы отправимся к нему, нужно в некоторых местах все-таки установить ловушки, на всякий случай, вдруг он сможет вырваться. Так-то мы сможем его заманить и прочее. Так, и сейчас, кстати, заодно я вам расскажу про Бигфутов. Ну и по поводу этих самых Бигфутов, это снежный человек, я не знаю, чем они такие опасные и ненормальные. Контакт с особями, контакт с этими особями, как в естественной среде обитания, так и в неволе, следует осуществлять только из исключительного одобрения директора Джонсона. Я не знаю, кто это такой. Описание: род всеядных приматов, ведущих ночной образ жизни. Рост взрослой особи от 1,5 до 3 метров, вес от 90 до 270 килограмм. Шерстяной покров серый, бурый, черный, рыжий, иногда белый. По степени разумности SCP-1000 находится на одном уровне с шимпанзе обыкновенным. В принципе, это самое основное, что говорится об этих SCP. Никаких ситуаций, никаких жестких, диких каких-то действий от них не бывает, от этих шимпанзе, можно сказать, Бигфутов. Только если на них напасть, и ничего такого я не заметил. Хотя говорили то, что они опасны. И по поведению ненормальные, прям вот ненормальные. Так, и что же, ловушки я, наверное, поставлю у выхода в SCP-фонд, где-нибудь вот здесь как раз мы можем это сделать без каких-либо проблем. Опа, и все, первая ловушка есть. Главное нам это обойти нормально, все хорошо, можем обойти. Теперь спускаемся вниз, наверное, я ее поставлю там, где находится сам красный камень, потому что нам же нужно будет как-то заманить. И вдруг он к этому моменту там, ну, не захочет туда идти и так далее, потому что, ну, вы понимаете, да? О, господи, эти уроды, блин, господи. Так, ладно, мы поставим эту ловушечку вот куда-нибудь вот сюда, чтобы он нормально мог на это наступить и не было никаких проблем. Так, ладно, все, я это смогу нормально обойти, если что, я его толкну на эту штуку. Так, теперь мы отправимся к нему. И что, ну, попробуем даже у его дома поставить эту самую ловушку. Мне интересно, как он среагирует, потому что, ну, это же ненормально, когда тебя связывают и тащат куда-то, да? Это ненормально. Но вам нравится такая тема, и, собственно, я думаю, такие принужденные троллинги, это классно, это всегда круто. Господи! Так, подождите, у нас сейчас ночь. Так, я могу себя как-нибудь развязать, по-моему. О, все нормально, я развязал себя. Так, ладно, давайте заново эту ловушку поставим. Все нормально, я могу себя развязывать сразу. Окей, это не проблема, хорошо. Так, и устанавливаем ее снова. Я немного перепутал, окей. Так, я еще с собой захватил поводок, он нам тоже очень сильно пригодится. Ну и погнали, как раз наступает ночь, он должен находиться дома, если он не дома. Так, еще мне нужно спрятать свой никнейм. Все, нормально, я спрятал свой никнейм. Name Hide надо было прописать, отлично. Так, больше моего никнейма не видно. Так, по факелам, факелов нет, ну ладно, пока они не нужны, в принципе, хорошо. Окей, теперь мы подходим к его дому. О, нихрена, нифига, конечно, джипарик. Это, видимо, его гараж чист. О, господи, так, ладно. Так, он сейчас находится в своем доме, хорошо. Наверное, ловушку мы установим как раз таки у входа. Блин, только одна дверь здесь. Ну, окей, как-нибудь я... Как отсюда выйти, блин? Как его надо будет как-то сюда приманить? Вон он находится. После этого мы позовем его в Дискорд. Меня-то он не слышит. Так, подождите. Да, по-моему, я могу это спокойно установить. И, а ну-ка, пожалуйста. Нет, она не устанавливается. Так, тогда нам тихонечко нужно пройти вот сюда. Я не знаю, можно сломать коврик, наверное. И попробовать установить... О, тихо, я заберу его. Я заберу этот коврик и установлю эту ловушку. Что я просто как идиот, на меня блок. Блин, палит, он меня палит.
говорит, what the fuck? Все, нормально, 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 нормальная тема. Теперь я позову его в Дискорд. Алло? Алло, да. Ну че, как ролик запишем? У меня есть одна офигенная идея. Ну давай. А ты где сейчас находишься? Я у себя дома. Так это иди ко мне домой сейчас. Сейчас я к тебе подхожу, как раз к твоему дому. Этот просто есть одна офигенная тема. Ну давай, говори, в чем заключается она. Ну сейчас я тебе расскажу. Выходи пока на улицу, пожалуйста. Сейчас, подожди. Я тебе хочу показать одних SCP очень классных вообще. Ты обосрешься от них. Я выхожу. Давай. Я, кажется, а чего у меня броня упала, и я застрял? В смысле? Я застрял, я не могу двигаться, и у меня упала броня с меня. В смысле? Почему дверь не открывается? Ты видишь меня? Нет, я твоего ника не вижу. Ну вот он, я же рядом. А что с тобой не так-то? Я могу зайти вообще? Можно зайти? О, ни хрена, где твоя броня? Она упала, и она выпала из меня, и я ее подобрал. А, ну окей. Так, а что ты, как ты так умудрился-то связаться? What the fuck? А я могу прыгать. Ты можешь прыгать? Так, чувак, ну все, все, остановись, ты попался на мою. Чё? А, это я привязан, что ли? Да, ты связан, на себя можешь F5 посмотреть. Да, я посмотрел сейчас только. Короче, я могу тебя освободить, но этого делать я не буду, потому что прямо сейчас я собираюсь тебя отправить к очень жестким SCP, и сейчас я собираюсь тебя связать, если будешь прыгать, понял? Да, всё, да. Я связал тебя, я могу тебя вытащить отсюда, смотри. А почему я на свинье? Ты вообще двигаться никак не можешь, но это баг мода, потому что, ну, это проблема такая. Короче, если тебе сейчас покажу очень опасного SCP, многие убегают и не хотят смотреть, что это за SCP, потому что он очень, типа, опасный и так далее. Страшно, короче, становится. Но ты оттуда никак не убежишь. Да господи, задолбали эти мобы. А, блин, чувак, я сам себя связал. Так, блин. Сейчас, подожди, все нормально, все нормально. Да я нажимаю на одну кнопку. А как ты вообще меня связал? Я же просто подошел к двери и не мог двигаться. Это как? Ну, ты... Я тебе не рассказывал, чувак, про один мод, который я добавил сюда. Это мод на связывание, да. Я могу тебя по-разному связывать и, короче... Ну, ты никак, в общем, отсюда не выберешься. То есть я могу тебя нормально пугать, в разные ловушки затаскивать, и кто-нибудь тебя может освободить, в принципе, да? Я его добавил как раз-таки для пряток каких-нибудь опасных, потому что, ну, ё-моё, как говорится... Ты опять я себя связал, да господи, блин, что делать в этой жизни, блин? Так, все нормально, у меня ножиков скоро не останется на развязывание, все нормально, окей. Да, мной, ты вообще знаешь, о ком идет речь сейчас? Что я хочу призвать? Кого? Кому тебе показать? Не знаю, кто может быть страшнее, там, скромника или старика. Ну, не, подожди, к старику, конечно, можно было бы, чтобы он тебя отправил в какое-нибудь измерение. Но я сейчас прошу тебя увеличить звуки, сделай громко звуки, прям очень громко, на максималочку. И, собственно, что, сейчас я тебе покажу... Херня какая-то здесь летает. И ты опять попался. Все ловушки, которые я делал для тебя. Только я так могу. Так, ладно, короче, ну ладно, на эту хрень не обращай внимания. У меня скоро дожиков не останется. А, what the fuck, почему этот камень сейчас начал работать? А что, я умираю, почему? В смысле, почему он начал на меня работать? На тебя работает этот камень? Какой камень? Красный камень, как раз-таки, о котором я тебе говорю. Погнали сюда. И это не единственный SCP, которого я призвал, понимаешь? Вообще далеко не единственный. А как ты себя освобождаешь, когда ты привязан? А вот ножик я сделал один особенный, и который у тебя нет, которого, да? И сейчас я тебя... Ты готов вообще? Чё, звуки увеличил, да? Все нормально? Да. Громче сделал? Ну все, заходи сюда, быстрее. И теперь ты сейчас обосрешься полностью, я тебе говорю. Скримеров нет никаких, просто... А, быстрее. Блин, как бы тебя связать здесь, чтобы ты стоял здесь, короче, конкретно. Ну, в общем, стой здесь, тебе нет смысла никуда уходить. Так, поводочек мне отдайте, пожалуйста. А, я ухожу. И это вот этот красный куб, и что он делает? Ну, пока что ничего, что ли? Тебе нормально сейчас вообще? Не боишься? Ничего? А, у меня экран покраснел, и все крутится. Да, у меня тоже. Почему у меня не проходит эффект? Как громко стало, пипец. Че, у тебя крики, что ли, начались? Очень жесткие крики. Пипец, я вообще оглох. Ну, может, ты выпустишь меня отсюда? Мне уже страшно как бы становится. Ну, вот так вот. Постой. Там еще сейчас должно что-то начаться. Какие у тебя эффекты есть? У меня паранойя, замедление, тревога и чувство вины. А какое чувство вины тебя мучает? Что ты? Что там? Какое чувство? А, ну, опять! Что у тебя? Кто кричит-то? Сейчас оно должно появиться и съесть тебя. Это огромное прям существо, вот серьезно. Крики закончились, но никого не появилось. А что у тебя на экране? Просто красный экран у меня. Что, тебе насрать просто, что ли? Серьезно? Другие усирали здесь. Почему ты не усираешься? Ну, поначалу было страшновато, а сейчас крики прошли и все. Че, не так страшно? Ну иди, блин, вылезай тогда отсюда. Ну ясно все, короче, с тобой. Вылезай, можешь выпрыгнуть отсюда? А что ты? Мне показалось, короче, что ты, что там все потемнело у тебя, и ты исчез куда-то. Нет, нормально все, все, не обострить, короче. Блин, как ты тебе насрать вообще, я так понимаю. Так, кому же тебя отнести? Я не знаю, какие же страшные существа могут быть здесь. Так. Почему я просто постоянно
тогда маг получаю. Ну вот что так вот, это? Надо идти ровно, блин, понимаешь? Есть один офигенный SCP, и посмотрим на то, кто ты есть на самом деле. Так, иди-ка сюда. Знаешь, что это за SCP? Нет, не знаю. Ну, сейчас ты узнаешь. Давай, давай, сюда заходи. Опа. В общем, попробуй угадать, что это за SCP. Может быть, ты где-нибудь видел? Не, вообще непонятно, что это такое. Ты можешь на него рукой накладывать? Можешь, типа, взять конфетки оттуда? Я вообще ничего не могу. Так, ну ладно, я тебя развяжу, в общем, но ты не уходи никуда, понял? Ладно. Так, все, я тебя развязываю. Давай, теперь возьми столько конфет, сколько ты хочешь. Понятно, ага. все понятно с тобой, все понятно, жопа, значит, задница, шоколадница, все понятно. А что будет, если я съем эту конфету, которую взял, умру тоже? Все будет нормально, нельзя больше двух брать, я думал, ты шаришь в этих SCP. Нет, не шарю, я очень мало SCP знаю. Я думал, ты все знаешь про них, а? Подожди, подожди, у меня тут один, о, нормальная тема, я алмаз добыл сейчас только, прикинь. Короче, беги обратно в SCP фонд, я тебе сейчас кое-что покажу. Да не побегу уже, все. Не, иди, давай, иди сюда, ничего не будет. Но на этот раз ты не будешь меня связывать, окей? Я не буду тебя связывать, нормально. Тут просто коврики есть, похоже, но ничего страшного насчет этого, не бойся. Давай, иди быстрее сюда, я хочу тебе показать еще новых SCP, да, которых я только сегодня призвал или вчера призвал. Ну как можно быстрее, можешь спринтовать, я не знаю, как-нибудь побыстрее, я не знаю, и так далее. Иду. Опять? Ну вот Я не знаю, как это здесь оказалось. Ну ладно, пошли. Ну так, да, не знаешь ты, конечно. Так, ладно, следующий SCP находится недалеко от красного камня. Не знаю, почему я тебя повел в другую сторону, но ничего страшного. За мной. Я можешь сюда сейчас поближе идти? Сюда, поближе. Давай, заходи, давай. Ну чё ж ты там коцаешься сюда? Ну, короче, это вообще страшная тема. Усрёшься, как ненормально здесь прямо сейчас. Короче, иди сюда, быстрее. В общем, вот они. Давай, сюда, быстрее, заходи. Не могу я заходить. Ну быстрее, ну просто протолкнись как-нибудь туда, я не знаю. What the fuck, почему тебя толкнуть нельзя? Вообще двигаться не могу никак. Так, ну в общем, блин, мне немного стрёмно сюда прыгать, потому что я сейчас сам сдох. Давай, заходи сюда, заходи. А, да блин, на меня напали. Как ты отсюда уплыл, я не понимаю. Ну, ладно, они на тебя охотятся. Ну, в общем, чувак, я тебя здесь оставляю наедине с ними. Как бы капец, страшно, конечно, усраться. А! Да блин, тут не меня троллит. А почему я опять связан? Ну все, как бы можешь оставаться связанным, чё? Нет. Да? Это все, что ты на это скажешь? Нет. Ну окей. Раздвижи меня, у тебя же есть какой-то нож, ты говоришь. У меня есть нож, ну а что, сам как-нибудь найдешь его скрафтить? А почему я не могу развязаться мечом, но ножом только? Ну вот только ножик специально есть, который развязывает, потому что он маленький, а мечом огромным как ты развяжешь себя, а? Ну развязывай, ну, вот так давай. Вот, поэтому оставайся здесь, давай, желаю тебе удачи, как говорится. Не знаю, ну вот найдешь какой-нибудь способ себе, да? А на этом, я думаю, можно закончить. Не забывайте подписываться на канал моего братишки, узнаете там, как он развязался в итоге. Ссылку я ставлю в описании, как говорится. Как ты его убил, вообще непонятно, кстати говоря. А меня за что? В его серии и узнаете, как он себя развязал. Его ссылочка будет в описании, так что да. Ну а с вами был тот самый опаснейший Феликс и мой братишка Милибри. Всем спасибо за просмотр этого ролика и всем пока-пока. Че это было сейчас такое? Лайк поставь, коммент репи. Ролик посмотрел, но не оценил. Что же теперь делать мне сейчас, если лайк не поставил ты? Подпишись на канал, колокольчик.